2 марта на встрече, посвященной Дню образования народных дружин, присутствовали начальник межмуниципального отдела МВД России Курагинский подполковник полиции Олег Казнин, представители отделов межмуниципального отдела, исполняющий обязанности главы поселка Курагина Геннадий Николенко, председатель общественного совета при межмуниципальном отделе Виктор Чулымов. Участники круглого стола обсудили с представителями добровольной народной дружины «Дозор» меры по совершенствованию процедуры привлечения дружинников к охране общественного порядка. Затронули и такой проблемный вопрос, как привлечение молодежи к участию в добровольном содействии полиции. Рассмотрели результаты деятельности добровольной народной дружины «Дозор» за 2016 год. За содействие в охране общественного порядка, активную гражданскую позицию, принятие решительных мер по пресечению правонарушений на территории поселка Курагина, грамотой награжден командир добровольной народной дружины «Дозор» Денис Ковалев, дружинники Виталий Юдахин, Денис Новиков, Александр Исаков, Григорий Жибинов.